В прошлом видео многие видели, как моя жена разрисовала зеркало, которое я хотел выбросить. В комментариях было много написано про то, что она разрисовала не само зеркало, а только рамку. Анюта была в восторге на подъеме и прочитала почти все комменты. И сразу решила разрисовать зеркало. Но сначала решила потренироваться и разрисовать маленькое зеркало. Даже не ясно, что из этого может получиться. Она взяла акриловые краски, черный маркер и кисти. И начала стараться это делать очень аккуратно, чтобы не испортить и не разбить это зеркало, так как раньше говорили, что нельзя смотреться в разбитые стекла. Ну а кто не боится смотреть треснувшее зеркало? Анюта надеется, что все пройдет гладко и с осторожностью. И если эта работа всем понравится, то в следующем видео она разрисует большое зеркало. Так что подписывайтесь, кто не подписался, и до новых встреч!